Конечно, не может. И при чем тут взор, о великий султан? Остановился? Учить меня смеешь? Прости, о всемогущий всех могущих. Я только хотел сказать, что оставлять гарем без внимания опасно. Я от них еле ноги унес сейчас. Одной ховой от них уже не отделаться. Иди сюда. Адалиски нам не нужны. Но по штату полагаю. Да и традиции нельзя нарушать. А ты вроде как свой.
бы помочь всемогущему. Благодарю за высочайшую честь, мой повелитель. Но я не могу, о всемогущий из всех могущих. Не можешь? А с виду герой. Да я не в том смысле. Просто мое сердце занято. Кем же? Не смею молвить. Да не тяни. Да не прогневается владыка несравненной царевной Буду. Как? А мы? Сердца наших поданных должна переполнять преданность нам и только нам. А ты, значит, хочешь совместить государственную службу с личной выгодой? Так не пойдет. Прочь с глаз моих. Приберись. Ближе! Ну что там у тебя? Зря мы, конечно, погорячились, когда велели тебе язык отрезать. Но ты сам виноват. Правду не всегда приятно слушать. Ну давай, что там у тебя? Его величество султан докладывает, что в гареме ходят слухи, что султан не в состоянии, что султан ходят слухи, что султан не в состоянии. Женская болтовня! Также докладываю, что визирь замечен в гареме, это мы знаем. Также он проворачивает финансовые дела за спиной султана, то есть ворует. Много? Умеет! Ладно. Иди и смотри, никому ни звука. О всемогущий Аллах, где мне найти честного визиря? Чего? Только чтобы угодить моему повелителю, а сам бы я не знаю, знаю, что. Что-то нам от тебя было нужно. А? Удур едет в город на прогулку. Будешь сопровождать. С превеликим удовольствием. Ну, удовольствие забудь. У меня службы. Но, смею заметить, прогулка рискованное мероприятие.
Вдруг наш бывший звездочет не соврал. Ты о предсказании, что дочь наша будет выйдет замуж за простолюдина? Поэтому мы тебя и посылаем. Проследи, чтобы всем, кто к ней приближается, тихонько отрубали голову. Понял? Тогда можно клянуть, что все, кто дорожит своим. Ты не мой? Да нет, я просто онемел от восхищения. Я онемел от восхищения твоей неземной красотой. Я хотел бы, чтобы на тебя в пустыне напал лев, а я тебя спас. Или чтобы весь Багдад загорелся, а я вытащил тебя из огня. Или чтобы землетрясения все провалились, и остались только ты и я. Долгих высот я говорить не смею, только молчать. От восхищения могу лишь кричать. Ты красотой затмила солнце свет, сияние глаз твоих слепит будун. Ресниц твоих лепестки буду, подобны грезам райских птиц буду. Как я хотел бы рядом быть с тобой, моя Будур, для тебя. Thank you.
Теперь понятно, зачем дядя хотел ее заполучить. Но почему он хотел меня убить? Он тебе не дядя, повелитель. Он колдун. Колдун? Да. Нынче у них модно называть себя экстрасенсами да астрологами. Ну, приказывай. Что? Ну как что? Утопить? Нет! Нет, 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 нет! Слушай, повинуюсь, повелитель. Здорово! Чай с лепёшками. Джинны не пьют чай, повелитель. А что пьют джинны? Джинны... Ничего. Джинны существа духовные. Ну, тогда давай спать поздно уже. Странно. Прежние хозяева сразу же требовали золота, дворцов и убить кого-нибудь. Причем большинство начинали с последнего. А в этом есть нечто человеческое даже. Что ты там бормочешь? Неужели тебе ничего не хочется, а? Ну, прикажи что-нибудь. Да не привык я приказывать. Ну, хоть что-нибудь. Даже не знаю. Ну, не расстраивайся ты так. Не расстраивайся. Вот что! И что? Я на базаре встретил царевну Будук. Будук! Ты можешь узнать? Она думает обо мне. Я могу устроить землетрясение! Могу зажечь луну и звезды! Ну, узнать, что думает женщина. Вот. Как сказано у древнего поэта, через удел нет закона. Эх, жаль. А ты сам у нее спроси. А как это? Я Мика. Царевна пропала! Царевна пропала! Царевна пропала! Где царевна? Она занимается с учителем мудрости. Ее там нет. Мудрейший говорит, что она внезапно испарилась. Испарилась? Царевна тебе ничего не говорила? Она собиралась куда-нибудь? Ничего. Но, кажется, я знаю, где ее можно найти. Говори! Сколько? Вот это другой разговор. 10 золотых. Согласен, говори. Ищи дома Ладина, сына Илья Маруфа. Она... Время улетает, тает, вот сюда. Ты кто? Как это кто? Царевна Буду? Час от часу не легче. А вы откуда взялись? Я? Это ты взялась? А я тут была! Я здесь живу! А откуда тогда я взялась? Из воздуха! Если ты помнишь, где ты была до этого? А это что за чудище?
Это не чудище. Это коза. А, коза! Та, из которой делают молоко и сыр. И сколько тебе лет, деточка? 16. Когда мне было 3 года, я уже знала, что такое коза и откуда берется сыр. И чему только вас учат во дворце. О, вы уже вернулись? А где дядя? Мама, ты только не волнуйся, сядь сюда. Дядя, это вовсе не дядя, злой колдун. Он хотел меня убить, но сначала прибег в волшебную пещеру, а там мама. А мне Джим, а я захотел видеть царевну. А он ее сюда поставил. Джим. Это ты? А это моя мама. Здравствуйте. Так ты действительно царевна Буду? Да. Значит, Джин тоже правда? Да. Только этого нам и не хватало. Сынок, лучше бы ты не связывался с джиннами и с царевнами. Выпустишь их из бутылки, обратно не запихнешь. Какой джин? И вообще, как я здесь оказалась? Обычно джин, он тебя сюда и принес. Что за сказки? Я современная девушка. Но ты же здесь. Ну и что? Джин, покажись! Джин! А что он умеет? Все! Гостю надо бы угостить чайку бы. Пусть он повторит. Почему? Я правоверный джин. Я слушаюсь только мужчин. Приготовь чай, пожалуйста. Слушай, повинуюсь, повелитель. Чудеса не нужно расходовать по пустякам. Там же так чай душевнее. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Ты не удивляешь. Джин сделал свое дело. Джин может удивиться. Джин, а чайник куда понес? Чайник, верни, кому говорят. Yeah.
полагается. И ты скажешь да? Откуда я знаю, что я скажу? Что скажется, то и скажу. Это опять ты? Ты приглашал? Нет. Да простит меня прекрасная царевна. Я пожалуюсь папе. Я только выполняю его приказ. Приказ, приказ. Его величество так переживает, волнуется. Царевна исчезла столь внезапно. Хорошо, иду. Завтра я жду тебя во дворце. Пошли! Схватить его! Тогда чем тебе эта не лампа? И нас убивать не надо будет. Один